День социального работника отпраздновали в Михайловском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Назвать людей, которые, можно сказать, золотой фонд дома-интерната. Это наш директор Рябова Мария Анатольевна. Давайте поаплодируем. Заваликина Марина Юрьевна. Буканова Галина Алексеевна. Большакова Елена Николаевна, Герасенкова Александра Андреевна, Дягилева Ольга Степановна, Жирнова Светлана Алексеевна, Ишутина Вера Николаевна, Козеева Ольга Владимировна, Лузгин Александр Владимирович, Минкова Нелли Сергеевна, Путилина Марина Владимировна, Стенина Ольга Викторовна, Шубина Ирина Григорьевна, Щукина Зинаида Валерьевна, Шнырева Елена Григорьевна, Кохненко Светлана Михайловна, Рощин Николай Михайлович. И, конечно, у нас есть молодые кадры, которыми мы гордимся и которые с первых дней зарекомендовали себя очень авторитетными такими специалистами, которых ценит и наше министерство, ну и, конечно, наш коллектив. Это наш главный бухгалтер Буянова Мария Юрьевна. С утра пораньше 3 июня в Михайловском доме-интернате для престарелых и инвалидов было весело и радостно. Положительные эмоции и слова благодарности лились рекой, и все предназначались любимым работникам дома-интерната во главе с директором Марией Рябовой. Все они являются социальными работниками, на их хрупкие плечи ложится труд по уходу и обслуживанию проживающих. Заслуженно и с избытком, а кому-то с авансом, но все равно... Те, кто работает, заслужили своим трудом всяческого благодарения, похвал и благословения. Осознание, наверное, все-таки того труда, который в вас вкладывается. На первый взгляд, может быть, вы это как бы и не видите сами, но сами вдумайтесь. У вас здесь 180 человек, и каждому нужно найти подход, у каждого свой характер. Вы все взрослые, у каждого своя жизнь была какая-то. Давайте уж не будем скрывать, большинству из вас, наверное, все-таки учреждение продлило жизнь. Я думаю, вы этого отрицать не будете. И учреждение продлило вам жизнь благодаря вот труду, который в вас вкладывают вот сотрудники социальных служб. Но, к сожалению, конечно, труд их востребован и дальше будет. А, к сожалению, почему? Потому что таких нуждающихся людей становится все больше и больше. Хотелось бы, наверное, чтобы наоборот было, но... Раз уж так получается, такая у нас такой век озлобленности, век ненужности, работу зато никогда свою не потеряете. Нужная работа. Так что, с праздником! Поздравить коллектив Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов пришли члены попечительского совета Иерей Роман Луканин и Игорь Семенович Сычев. Старший участковый и уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Михайловский майор полиции. Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. В нашей жизни много поворотов, в нашей жизни множество проблем. Их решает социальная работа, специальность, что важнее в мире нет. Столько добрых слов не выразить и толику того, что пожелать бы социальному работнику. Удачи, радости, всех благ, улыбку счастья на устах. За то добро, что вы творите, всю жизнь в достатке проживите. Долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты. Пусть в день социального работника исполняются заветные мечты. С уважением, коллектив бухгалтерии.
Денис Кочанов исполнил душевные песни, под них проживающие здорово танцевали, подпевали и получали положительные эмоции. Владислав Окороков и Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ.